Виталий, приветствую тебя. Торговая сессия среды, соответственно, снова обсуждаем текущие рыночные условия, фундамент, технику, поведение финансовых активов, тренды и мощные движения. Вот торговая сессия вторника, я, честно говоря, был почти уверен, что следом за тухлым понедельником будет вторник, потому что все основные отчеты, протоколы, нонфармы, это вот все-таки начиная только с сегодняшней торговой сессии. Но в итоге торговая сессия вторника стала чуть ли не рекордной по волатильности за последние несколько месяцев. А если мы будем брать в расчет, что многие финансовые активы обновили многолетние минимумы или максимумы, как в зависимости от того, на какой инструмент смотреть, то торговая сессия вторника прям совсем классная была. У меня график евро-доллар открыт. Давайте так, демонстрация экрана и чуть-чуть проговорим. Мне кажется, что вчера самым популярным словом была рецессия, учитывая то, что происходило с рынками, потому что тотальный сброс риска. Причем странно, что это случилось во вторник, потому что каких-то новых триггеров, драйверов особо для этого не было. То есть такую движуху, как говорит молодежь, можно было бы объяснить каким-то фундаментальным триггером, вот теми же самыми протоколами, которые выйдут сегодня, либо отчетом Non-Farm Perils. Но на практически пустом экономическом календаре, на старых дрожжах, получается, вот видели то, что видели. Евро вчера обновил 20-летний минимум, в частности, текущие котировки 1.0260. Причем был сломан важный уровень поддержки, который находился на отметке там 1.0320, ну диапазон 1.0320-1.0350. И сейчас очень трудно в текущих условиях прогнозировать, что с евро может произойти дальше. Ну, с одной стороны, фундаментальный фон подсказывает, что дальше будет паритет, и я от этого не отказываюсь. Я думаю, что действительно до туда доберемся. Но на фоне тех серьезных распродаж, которые имели место быть, есть риск и вероятность коррекции, которая также может оказаться внушительной на фигуру, может быть, даже чуть больше. Очень трудно, почему прогнозировать, потому что сейчас легко ошибиться с точкой входа, особенно для тех, кто не открывал позиции ранее. Если, друзья, вы раньше шортили европейскую валюту и считаете, что потенциал снижения еще не исчерпан, я, в принципе, вас поддерживаю и рекомендую ждать уже значения паритета. Но новых сделок вот на текущих отметках я бы, скорее всего, не открывал. Но фундаментальный фон, он по-прежнему исключительно медвежий. То, что очередная порция слабых отчетов по еврозоне, это вчерашние релизы по активности в сфере услуг, подавляющим образом, конечно же, статистика, которая показала снижение активности в этой отрасли до многолетних минимумов. В прошлую пятницу у нас был блок статистики по производственному сектору, то есть в целом, у европейской экономики одни сейчас якори, которые тащат ее вниз. Потребительская активность тоже на ладан дышит. Настроение потребителей на многолетних минимумах, мы делаем вывод об этом по последнему релизу потребительского настроения Sentics. Инфляция продолжает расти. И энергетический кризис в странах Европейского Союза, который будет только лишь усиливаться и усугубляться. Соответственно, при росте цен на энергоносители, будь то газ, будь то нефть, логичным образом будет дальше расти инфляция. И мне трудно спрогнозировать, насколько будет затяжным вот спад экономики европейской к концу этого года. Но думаю, что цифры будут страшные, поэтому паритет, он на долгосрок остается более чем реальным. Что касается индекса американской валюты, ну, здесь понятно, что инструмент, который двигается почти 100% корреляции по отношению к евро-доллару, вчера на фоне обвала европейской валюты также активно рос. Больше 1% индекс доллара прибавил, хотя 1% для такого низкоактивного инструмента – это очень много. 106.30 сейчас, и тоже так же, как и ситуация с евро. Новые позиции на текущих отметках – это рискованное предприятие. Но те, кто готов рискнуть, я бы рекомендовал брать с целями уже 107-108 пунктов. Сегодня протоколы 100%, они станут еще одним доказательством того, что ФРС намерен повысить ставку на 75 базисных пунктов. Каким бы ни вышел отчет в пятницу по Non-Farm Payrolls, это все равно будет история с большей вероятностью в качестве поддержки для доллара, потому что выйдут хорошие цифры, ФРС будет более уверен в том, что ставки можно повышать. Выйдут плохие цифры,
значит, еще один шаг в сторону рецессии. Тут, пожалуйста, спрос на доллар как на защитный актив, который и без того пользуется сейчас всесторонней поддержкой, потому что никто не может найти ничего более интересного. Золото вообще вне конкуренции, потому что золото валится с каждым днем. Вчера были многолетние минимумы. И, конечно же, золото сейчас вообще не вяжется с статусом некогда свойственным для него, статусом защитного инструмента. Поэтому выбора нету, друзья. Доллар, он сейчас всему голова. Рынок нефти, кстати, меня вчера удивил снижением почти на 10%. Ну и здесь тоже распродажи, мощные следствия того, что все опасаются за перспективы экономического роста мировой экономики и опасаются за стабильность показателя спроса на нефтянку. Но, на мой взгляд, по бренду, вот как раз сейчас график у меня открыт, где-то в районе $100 за баррель – это вот уровень важный, значимый, ниже которого нефтянка не пройдет. Потому что, если мы продолжим оценивать спрос и предложение, сейчас по-прежнему предложение проседает, а спрос остается на фоне восстановления экономической активности в Китае выше, чем, скажем, был квартал назад. А предложение проседает из-за Ливии, из-за забастовки норвежских нефтяников, в частности. Это может привести, если забастовка продлится, к примеру, больше недели, к снижению производства в Норвегии на 130 тысяч баррелей в сутки. Кажется, ну, не так уж и много, 130 тысяч баррелей в сутки. Но если мы вспомним еще и добавим сюда Ливию, где производство нефти просело на 865 тысяч, у нас вот так набирается миллион. Миллион для мирового рынка нефти – это очень и очень много. Соответственно, как действовать дальше? Я рекомендую для тех, кто вне сделок, а ищет точку входа, попробовать рискнуть и подобрать нефть с текущих уровней с стопом в районе $102 за баррель. И тейк-профитом уже не будем себя ограничивать. Ждем возвращения к верхней границе вот этого локального восходящего канала. Верхняя граница по нему выше $125 за баррель. Кстати говоря, сейчас по рынку нефти, если сделать отсылку на прогнозы инвестиционных банков, Citi прогнозирует, что нефть просядет к концу года до $65 за баррель, а JP Morgan до $350 вырастет. Кому какой прогноз нравится больше? Мне больше импонирует сохранение роста. 350 – это, конечно, маловероятно, мне кажется, почти невероятно, но $150 за баррель мы легко можем увидеть. И что касается золота, тоже текущие котировки $1767 за тройскую унцию. Видно сейчас можно даже перейти на другой таймфрейм. Примерно диапазон 1760-1770, $10, который сейчас решающий, что произойдет дальше. Либо инициатива перейдет к покупателям, либо все-таки инициатива останется за продавцами. Если делать акцент на индекс рыночных настроений, что делает большинство, что меньшинство сейчас, подавляющее большинство, и редко такие показатели были. 82% трейдеров компании Markets золото сейчас выкупает. Это не просто толпа, это прям львиная часть массы трейдеров, которые считают, что дно уже достигнуто. Только по этой причине я могу предположить, что золото легко в рамках оставшейся части этой недели, вот среда, четверг, пятница, можно прогуляться до $1750-$1730 за тройскую унцию. Поэтому, кто готов рискнуть, можно зашортить с текущих уровней с стопом примерно в районе 1785 и тейк-профитом в том диапазоне, который я обозначил. Виталий, слово тебе. Всех приветствую. Так, видно рабочий экран? Да. Итак, в принципе, по всем инструментам, которые мы с тобой в понедельник обсуждали, все отработалось, да. То есть, вчера был достаточно хороший ударный день. Как я говорил в понедельник, по евро, там, по фунту, в принципе, кто что любит торговать, все смотрится в шорт. Был вопрос только в том, что какая будет коррекция. И в понедельник было, скажем, формировался откат небольшой, да, и по этому откату я уже во вторник утром принял решение со своими учениками в канале
работать на снижение. Почему? Потому что ожидалось, что возможно, что евро, что фунт, что мы, возможно, протестируем вот локальные, так скажем, максимумы, то есть в районе там 1.05. Но видно было, что понедельник закрылся с таким, скажем, отскоком дохлой кошки, как говорят, да, и это говорило о том, что это, скорее всего, откат, и дальше не будет у быков силы сделать более глубокую коррекцию. И по всем инструментам, таким как евро, фунт, доллар, франк, канадский доллар, я дал рекомендации на рост доллара, в принципе, мы неплохо отработались. Прошлый понедельник конкретно была рекомендация от меня по доллар-франку покупка в прошлой программе. То есть мы покупали, получается, где-то в районе там 0.9580, плюс-минус вот здесь мы торговались. Мы, в принципе, одну фигуру сделали. Ну, доллар-франк не такой волатильный, как другие инструменты. Кто-то там побольше сделал. Это особенно канадский доллар, две фигуры, там и фунт-доллар, евро-доллар. Аналогично здесь очень красиво мы прокатились. Еще в прошлом месяце я продавал канадский доллар, мы неплохо скорректировались вниз, и здесь неплохо нарисовалась покупка. По всем инструментам, вот что фунт, вот сравните с евро-долларом, аналогично. В понедельник такой отскок, ожидалось чуть выше, вот даже лимитку на 1.22 ставил, да. Туда, в принципе, логично было дойти, но закрылись мы с явным давлением медведей. И это означало, что, скорее всего, будем дальше падать вниз. То есть по всем инструментам аналогичная была картина. Что дальше? В принципе, я с тобой согласен, то, что ты ответил, что в принципе, вот, если взять там, индекс доллара, или, там, евро-доллар, у нас пробили сильные минимумы, максимумы. Тот же евро-доллар находится на 20-летних минимумах, да, где-то мы там вблизи болтаемся. С текущих, в принципе, у нас открывается дорога вниз, да, но получается, здесь я не люблю такие точки входа на пробой вот сильного уровня поддержки, так как здесь возможно какая-то коррекция или ложный пробой сформироваться, но в принципе приоритет, кто ранее не шортил, да, евро-доллар там или доллар-франк не покупал или фунт-доллар, и другие инструменты, то, в принципе, можно открываться, но нужно понимать, что здесь уже чуть больше волатильность, будет больше стопы нужно ставить, у нас нет защиты какого-то накопления, и, скажем так, может быть любая коррекция вверх до уровня там, 1.0360 и только дальше падать. Это что касается евро-доллара и других инструментов. Что касается нефти, в принципе, неплохо себя отработало. Я в прошлый раз сделал акцент на то, что у нас есть намеки на рецессию и проблемы вот в американском секторе, в Европе сейчас пошли большие проблемы, да, с вот этим газом, и все начали уже делать прогнозы на то, что будет останавливаться предприятия, ну, некоторые, даже не все, из-за того, что недостаточно будет, ну, чтобы работали эти предприятия, которые работают на газу, да, и вот эти все новости, они, скажем, давили сильно на евро-доллар, на рынок нефти, так как это все взаимосвязано, да, в экономике. И, в принципе, те цели, которые я ранее называл, в районе 100, мы их сделали практически, да, еще в прошлом месяце. И, возможно, мы и дальше будем падать, то есть в районе там, 97, через какую-то коррекцию, то есть нужно будет посмотреть, что здесь будет за коррекция. Глобально, как я уже говорил, что я больше на стороне вот Ситибанка, да, что мы будем среднесрочно падать по данному инструменту, так как, скажем, есть здесь разворотные паттерны, достаточно такой крупный. Вот эти все триггеры новостные мы отработали, которые были там, в начале весны, да.
так далее. Поэтому я пока за шорт, конечно, с текущих не вижу точек входа, как и по евро-доллару, да, но одинаковый паттерн практически, вот кто помнит, когда мы еще золото обсуждали в марте-апреле, да, вот здесь был аналогичный паттерн, то есть у нас был такой выброс цены наверх сильный, вниз, и вот эта коррекция двухмесячная, она аналогичная, как и по нефти, здесь чуть больше по времени, мы протестировали уровень 120, здесь ложно, аналогично золото, и как видим, золото сильно пошло вниз, возможно, и нефть аналогично уйдет. Конечно, нужно понимать и соблюдать риски, потому что все возможно, то есть можно ошибаться, трейдер может ошибаться, и чтобы контролировать свои риски. Как аналогично, в прошлый раз я по золоту давал рекомендацию, возможную на хеджирование, вот инфляции и вот других рисков, не сработала идея, да, здесь сработал стоп-лосс, и на текущий момент у нас мы пробили сильные уровни поддержки, возможно, открывается дорога пониже. То есть, ну, я буду здесь наблюдать за золотом, если что-то будет рисоваться на покупку, то я буду говорить, да, будет ли оно где-то с этой области, там, 1750 плюс-минус, где-то нарисуется точка входа в лонг, это был просто стоп, скажем, сбор стопов, и мы дальше будем расти. Или среднесрочно мы можем протестировать, так скажем, сильный уровень поддержки 1675, вот это сильный откатный уровень на долгосрочном тренде. То есть время покажет. Но на долгосрочном, я уже сказал, золото я за лонги. Обязательно соблюдайте риски, потому что здесь может быть уйму вариантов. Так, дальше. Что еще? S&P 500. В прошлый раз давал рекомендацию также на шорт. То есть у меня была доллар-франк рекомендация и S&P 500. От уровня 38-35, если не ошибаюсь, была лимитка в шорт. Мы, в принципе, вчера локально отработали движение около 100 пунктов. Мы практически взяли вниз, но цену под конец дня откупили, и дальнейшего снижения не произошло. Что дальше я ожидаю по данному инструменту? Кто там шортил, не зафиксировался или часть зафиксировался, кто не входил по данному инструменту. Считаю, что, возможно, дальше мы будем падать. Конечно, так достаточно агрессивно вчера откупили данный индекс, чтобы не было здесь какого-то такого разворота по данному инструменту. Но пока я еще остаюсь медведем по данному инструменту, то есть шорт ниже 38-35. Не исключаю, что мы можем еще какой-то ложный вынос данного уровня сделать, где-то в районе 38-85 с общим стоп-лоссом за локальные максимумы, которые у нас были в прошлом месяце, это 39-55. Конечно, здесь можно с более коротким стоп-лоссом работать, чтобы большим объемом, то есть если я всегда рассказываю два варианта, какой с этого произойдет, сложно ответить на, там, на 100%. Но можно там с коротким стоп-лоссом 38-70 попробовать, если будет вынос, перезаходить при обратном снижении под уровень. Это по другим инструментам аналогично, Dow Jones, по другу, там Dow Jones, у нас уровень отката 31-140, условно, ниже данного уровня, аналогично шорт. И что касается S&P 500, я еще в прошлый раз говорил, что вот, те, кто, скажем, считает, что у нас, в принципе, дно по американскому рынку, произойдут какие-то моменты, которые будут говорить о том, что, ну, допустим, будут хорошие нон-фармы, какая-то риторика будет менее агрессивная, потому что она уже зашкаливает, и я думаю, что трейдеры, инвесторы, они, скажем, когда идет такой новостной поток, какой-то негативной информации, она потом уже, скажем, становится стандартной для человека, и он не, скажем, не ведется на нее. Да? И, возможно, здесь уже, скажем, закончилась вот эта длинная коррекция, которая по S&P 500, и начнется сильный рост. Это тоже не исключаю, поэтому даю
наводку, что, возможно, у нас произошел импульс, коррекция, и мы дальше будем расти по данному инструменту. Также хотел предложить в комментариях к закрытию пятницы, да, до пятницы, возможно, у нас сегодня среда, четверг, пятница, сделать такое голосование по поводу S&P 500, где он будет на закрытию дня в пятницу, то есть ниже уровня 38-35 или выше. Да? То есть можно в комментариях написать ниже, выше, да, и дополнительно написать, какие цены приблизительно мы будем там. Возможно, обновлять вот эти минимумы, которые были у нас в июне. То есть аналогично это касается и биткоина. У нас он застрял здесь такой уже вырисовывается длительный треугольник, да, по данному инструменту. И здесь аналогично тоже. Возможно, в комментариях написать, с этого треугольника, куда мы выйдем, вниз или вверх. Я пока склоняюсь, что мы уйдем глобально вниз, как и S&P 500, но не исключаю какие-то подводные камни с ложным выносом. Но посмотрим. На закрытии пятницы пишите, шорт или вверх ожидаете. Также хотел напомнить по поводу вот этих всех паттернов, которые мы сейчас обсуждали. Аналогичные картинки по всем рынкам, там евро, фунт, канадский доллар, нефть, то есть по всем рынкам одинаковые паттерны. Кому интересно изучить данные паттерны, да, сейчас у нас лето, действуют летние скидки на обучение, пишите в Telegram, вот мой Telegram, Виталий Кухта, да, смогу провести первое занятие, скажем так, консультация такая бесплатная по поводу трейдинга, обучение, и дальше обсудим какие-то индивидуальные скидки по поводу изучения этих паттернов, чтобы вы все время не зависели от нас с Артемом, смотрели, да, там, обзоры, куда пойдет рынок, а смогли сами, скажем, по возможности определять, куда пойдет рынок. Да? Ну, обязательно соблюдать риск-менеджмент, потому что был случай на этой неделе, это не со мной, а с другим, скажем, аналитиком, которого смотрел один трейдер, он открыл там шорт по S&P 500. S&P 500 чуть-чуть скорректировался, там 50 пунктов мелких. Он такой говорит, не хватило депозита. Да? То есть обязательно соблюдать риски, потому что рынок – это такая штука, она может идти чуть-чуть не по плану, делать более какую-то глубокую коррекцию, да? Идти совсем не по плану. Обязательно соблюдать риски, то есть в пределах или агрессивной стратегии, то есть соблюдать там, риск там, 3-4%, или консервативный там, процент 2, то есть там, умеренно консервативный. Но обязательно риски, потому что условно там, S&P 500, он, там, кто-то шортил, он уйдет наверх глобально, там, пересиживать убыток, скажем, нелогично, или там по другим. Вот как-то вот так пока. Спасибо, Виталий, за сделки, за рекомендации. Ну, действительно, еще раз, день был очень жарким. При этом основной фундаментальный фон, он еще впереди. Кто знает, как рынок отреагирует на него. Может быть, это только цветочки, а ягодки еще впереди. И уже там, не знаю, к завтрашнему утру, друзья, мы будем наблюдать за паритетом по паре евро-доллар. Я вообще не исключаю сейчас таких сценариев, потому что вчерашняя торговая сессия нам ясно показала, что рынку ничего не стоит вот взять и пройти по валютным парам 200-250 пунктов. Этого реально можно ожидать, особенно если есть какой-то фундаментальный заряд для этого. Ну, тем интереснее будет следующий понедельник, наша встреча, когда мы с тобой уже обсудим весь этот мощный фундаментальный фон и посмотрим, где же финансовые активы будут к тому моменту. Виталий, спасибо тебе большое за то, что нашел время, уделил его и мне, и всем нашим подписчикам, кто смотрит за совместным контентом. Тебе хорошего закрытия дня и всей недели, и хороших выходных. До понедельника. И пока. Пока. Удачи.